Видео инструкция, как надо собирать клюкву. Во-первых, надо найти болото. Вот оно. Болото. Так, идем, идем, идем. Не надо думать, что клюква красного цвета. Именно красного. Да, она красного. Еще она бывает цветом темно-красный. Вот. Идешь, идешь, идешь. Какого никакого толку нет от того, что идешь. Надо идти и смотреть вниз. Так, вот так. Нету, нету, нету. Идем, идем. Там вот собирает, там собирает, там собирает. Толку, что туда-сюда прыгает. Я вот сейчас говорю, до этого момента, где снимал видео, я в одном месте, в одном квадратном метре наелся просто. Вот, например. Так, что мы видим? Вот она спряталась, вот она красавица. О. Кислая, вкусная. Вот, допустим, вот она, нашли. Вот, смотри, клюква. Вот она. Вот она. Вот. Клюкву можно собирать до первого снега. Вот. В общем, экологически чистая. Вот, только что прям. А главное, не надо ничего покупать. Вот так вот. А, да. Все, собираемся, выходим.